Библиотека имени Пушкина завершает очередной творческий год, который был наполнен десятками вечеров и встреч. Пушкинка всегда радует детей и их родителей яркими, интересными, креативными мероприятиями, рассказывает просто о сложном, прививает любовь к книгам и чтению. И следующий 2024 год библиотека открывает также весело и активно. В дни новогодних каникул библиотекари подготовили для гостей насыщенную праздничную программу. Когда мы готовим новогоднюю программу, мы стараемся обратиться, так как мы библиотека, в первую очередь к каким-то невероятно интересным, теплым, душевным книгам, очень хорошим, добрым семейным фильмам. Ну и, конечно, мы понимаем, что раз это праздник, то это должно быть какая-то радостная программа, когда дети могут не просто выступать в роли там слушателя, например, книги или ребенка, который смотрит фильм, но еще и активно участвовать во всех наших мероприятиях. Каникулярная программа начнется с 30 декабря с доброй сказки о дружбе и взаимопонимании. Сразу после Нового года, начиная с 3 января, для юных читателей подготовили виртуальную литературную прогулку по деревне Простоквашино, которая находится в Нижегородской области. Для любознательных исследователей и изобретателей будет интересна интерактивная развлекательная программа «Дырки на секреты» и зимний микс «Время снеговиков». К Рождеству в Пушкинке ребята узнают о истории и смысле праздника. Очень важно, чтобы мы рассказали детям о Рождестве, о смысле этого праздника, так, чтобы они поняли действительно и уже сегодня понимали, что Рождество – это не просто очередной праздник, во время которого можно получить подарок, чтобы они понимали, что на самом деле в этот день очень важно, чтобы каждый из нас попробовал стать, пусть маленьким пока, но добрым волшебником, который научится совершать добрые дела, которые окружающие люди будут считать чудесами. Игровая программа «В волшебной пушкинской стране» откроет юбилейный год со дня рождения Александра Сергеевича. Для библиотеки это особенный праздник, поэтому Пушкинка запускает городской конкурс «Пушкин с нами». Участники могут подать свои творческие работы в номинациях «Пушкинский косплей», «Пушкинский скетч», «Пушкин вслух» и «Свободная номинация». В новогодние каникулы в течение всех дней можно посещать творческие площадки. Начало всех мероприятий в 14 часов. Подробнее ознакомиться с программой Пушкинки можно на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте. Для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.